А вы знали, что если взять газовую горелку и жирного рыжего кота... Найти мешок с песком, набрать его целую тарелку, из бумажного листа сделать кулек, проткнуть его на самом конце, вставить его в песок, взять балансировочный груз, нарезать немного кусочками, нагреть до жидкого состояния, вылить его в кулечек, вытащить иголку, развернуть кулек, чтобы получилась вот такая деталь, вставить в нее леску, на леску одеваем крючки, на крючки бисер, и тогда у вас получится уловистая снасть на ок.